Всем привет! Сегодня Кубок России, три матча. Вчера один матч состоялся. Динамо еле-еле по пенальти обыграл Балтику. Вот, а сегодня Зенит играет в Салане, Спартак играет в ЦСКА. Вернее, ЦСКА у себя дома принимает. Спартак – это дерби, московское дерби между конями и мясными. Вот. И что самое интересное, букмекеры считают явным фаворитом этого матча ЦСКА. И на победу ЦСКА дают коэффициент 2.27. Просто на то, что Спартак не проиграет, это, по-моему, коэффициент 1.75. Вот такой расклад. Почему ЦСКА тут является фаворитом, я не знаю. По мне, такая команда совершенно разные, да. Ну, ЦСКА идет на третьем месте в чемпионате России, а вот Спартак идет на... по-моему, на 9-м месте или на 8-м месте. Вот поэтому ЦСКА, вот сейчас они там играют. И вот они должны быть выигрывать у Спартака. В этом сезоне Спартак ЦСКА дважды выигрывал у Спартака. Короче, вот такой, вот такие расклады. И букмекеры явно фаворитом до матча считают ЦСКА. Мне это абсолютно непонятно. Я видел игру обеих команд, они абсолютно равны. Вот, может, даже у Спартака есть преимущество, потому что фарт у ЦСКА закончился, и начались у них обсеры. Вот, 4 гола от Химок получить, это конечно, дохуя. А от Спартак это не Химки. Вот, что я считаю, что здесь будет? Я считаю, что здесь Спартак выиграет матч. То есть можно вообще, если кто хочет хороший коэффициент большой, просто победа Спартака за коэффициент 3.2. Вот. Можно взять Спартак с нулем за коэффициент 2.34. Вот. Но мой прогноз следующий. Это индивидуальный тотал Спартака больше одного за коэффициент 1.79. Спартак больше одного. Все. Простая ставка. Спартак больше одного. Коэффициент 1.79. Один гол Спартак забьет, все. Курим бамбук, играем на деньги Бука. Вот. Я считаю, что в этом матче Спартак выиграет. Ну, все-таки команды равные. Ну, честно скажу, абсолютно равные команды. И, наверное, по составу Спартак посильнее будет, чем ЦСКА. И пора уже со Спартаку что-то выигрывать. Вот как бы в этот раз там так и не получилось. У Спартака... серия неудач по фарту, то есть не везет им довольно-таки много Спартаку. Ну, не просто не фартит, а в принципе забивать Спартак может и должен. Вот. И как бы в этом матче как бы фортуна не повернулась лицом именно к Спартаку. Вот, поэтому я считаю Спартак в этом матче фаворитом, а не ЦСКА. Если там... ну, в общем, ставок на этот матч на самом деле может быть очень много. Я все исхожу из того, что Спартак, скорее всего, в этом матче выиграет. Вот. И еще и статистика команд этих говорит об этом. Ну вот в этом сезоне Спартак и ЦСКА сыграли 2 матча. Да? И в обеих матчах сухую выиграл ЦСКА. Ну, причем во втором матче, который проходил вот, по-моему, в марте месяце, да, ну, откровенно скажем, ЦСКА отскочил. Там такие моменты имели, тот же Забнин, ну, я не знаю, как они не забивали. Вот, и как бы в этом матче там фарт не пошел у Спартака, да? И Спартак, допустим, выиграет 0-3 у ЦСКА. Это будет абсолютно нормально для меня. Я не буду считать, что это какой-то неожиданный результат. Вот. Рано или поздно любая сухая серия заканчивается. Ну, вот в этом сезоне сухая серия у Спартака в игре с ЦСКА. 1-0 и 0-2. Ни одного мяча они до сих пор не забили с принципиальным соперником ЦСКА. Да? Вот как бы здесь такое не случилось. Вот, поэтому я считаю, что ну, минимум это Спартак не проиграет. Скорее всего, не выиграет. И выиграет там, может быть, даже крупно. Вот. Но моя ставка, на мой взгляд, наиболее безопасна. Это индивидуально тут Спартака больше одного, за коэффициент 1.79. Вот. Так что смотрим матч, болейте за свои команды. Вот. Ну а я буду смотреть матч Алания и Зенита. Всем пока.